Как это мои первые шалаши. За железной дорогой мы делали. Наклоняли, ну это, отвес на скалу и так ставили поперечный досок. И там тусовались детьми. Вот видишь, шалаш. Вот тут второй, надо побольше было. Вот. Это было, не знаю, 30 назад. На, какие-то ветки тут что-то использовали. Ой, да, давненько это было. Какие-то монеты, кстати, должны быть. Потому что мы под этот, под поезд на рельсу клали монетки. Ну, расплющивали там, смотрели, что получится.